les enfants, claquent les doigts car la musique c'est la loi. La 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 la. Если бы небольшие зеленые, желтые такие обгоревшие листы, вот как на этом дубе, золотые, то можно было бы и не понять, что у нас началась осень. Листва шуршит. Прям такая золотая осень, как в России. Такая теплая погода, сейчас вообще разгар, реальный разгар ноября. Но в свитере, джинсах, в кроссовках вообще в самый раз. Как и обещала, снимаю видео о том, как я готовлю салат фунчоза в домашних условиях. С чего начнем? Это, скорее всего, рецепт, конечно, для тех, кто живет в России, ну, в странах СНГ, то есть в Турции. Я просто не знаю, где найти эту фунчозу, но я честно могу предположить, что, может быть, в Карфуре она есть. Что понадобится? Упаковка фунчоза, здесь 100 грамм, вот такая заправка корейская для фунчоза, для салата, один огурец, у меня тут уже он нормально так поживший, истрепанный жизнью, и одна очищенная морковь. Здесь у меня кипяток, сейчас расскажу зачем. Ножик, либо острый очень хороший, либо вот такая штука, овощечистка, которая чистит полосочки. И одна миска. Ну и, естественно, потом какая-то посуда, куда вы это будете все дальше укладывать. Берем сейчас фунчозу, выкладываем ее в какую-либо емкость большую. Еще ее можно, некоторые разрезают ножницами потом, но я люблю длинненькую, когда она тянется. Заливаем ее кипятком на 7-12 минут, просто чтобы лапша впиталась и, как сказать, впитала в себя горячую воду, отошла и заварилась. Мелко шинкуем ножом, либо используем, ну, с морковью, либо используем вот такими зубчиками, которые на такие тоненькие-тоненькие полосочки для корейского такого салата, да, овощи нарезает такой нож. Ну, я вот этой штукой пользуюсь. Еще можно добавить болгарский перец и зелень по вкусу. Некоторые добавляют петрушку, я вообще ничего это не люблю. Болгарский перец тоже не очень, поэтому у меня огурчик и морковка в самый раз. Вот у меня прошло 8 минут. Откидываю на дуршлаг. Фунчозу, видите, она размякла. Такое количество получилось. Примерно что-то грамм 500 получается. Но в любом случае, вот эта упаковка рассчитана на одну упаковку. 100 грамм сухого продукта фунчозу рассчитана на упаковку вот этой заправки. И просто промываем проточной водой. Ну, все, в принципе. Вот я нашинковала овощи. Здесь у меня то, что осталось от огурчика, морковочка. Открыла я уже соус, приготовила. Фунчозу переложила вот в такой контейнер стеклянный, потому что он будет мариноваться. Ну, желательно, чтобы была не пластиковая посуда. Но это чисто вот мои загоны, да. Теперь я сюда перекладываю овощи. Перемешиваю. Немножко у меня маловатый, конечно, контейнер. Ну, ничего, в принципе, крышка, когда буду закрывать, пресса ему хватит. Складываем овощи и заливаем маринадом из пакета. Проще, мне кажется, вообще не бывает. Вот я все перемешала. Солить, причить не нужно, все уже в соусе есть. Я думаю, что можно в интернете посмотреть состав. Его можно сделать в домашних условиях. Он замешан на уксусе и на соевом соусе. В принципе, я думаю, что там ничего такого больше нет. Может, какой-то загуститель добавлен. Ну, в общем, оставляем, накрываем это крышкой и оставляем на час в холодильнике, и все это готово к употреблению, так что приятного аппетита! И в то же время лают собаки и вороны. Ощущение, что как будто в деревне. Вон там вдалеке выход уже в Босфор. Вон там маяк. Ну, какой-то странный закат прошел. И
темно и в то же время как пасмурно. Такая у нас погода сегодня. Но еще тепло. Вот прикольно, да, на фоне Азана вы видите крест. В 1886 год вроде бы основание этого района. Это недалеко от аэропорта. Переводится как зеленая деревня. Это греческий район в Стамбуле. То есть, ну, не греческий, как бы здесь греки, поселение греков изначально было. Вспомнила, что хотела вам посоветовать очень-очень давно, но как-то забывала и руки не доходили вам это записать. Я посмотрела недавно обалденный сериал, и это не сериал, это полнометражный фильм, можно так выразиться. Фильм офигенный. Просто слов подобрать я не могу, красивых и высокопарных, чтобы его описать. Фильм, он сейчас уже заканчивается на Первом канале, но я думаю, когда выйдет это видео, он уже закончится. Я его смотрела в интернете в полном размере, то есть уже серии все-все-все были залиты до показа по телевизору. Это сериал, называется «Великая», идет он по Первому каналу. Это фильм о жизни в подростковом периоде, о становлении на престол Екатерины II. То есть это фильм основан, первое, что мне очень понравилось, это основано все на настоящих реальных исторических событиях, отражены случаи, которые были, имели место быть, которые были в реальности, не придуманное что-то режиссером, сценаристами, не притянутое за уши. Конечно, как-то образы более-менее доработаны, мы же не знаем, да, как на самом деле эти исторические личности выглядели, но тем не менее, это достоверная информация, может все это проверить в учебниках истории. Я очень историю люблю, поэтому мне фильм очень понравился. Я люблю же сериалы такие, либо что-то смешное, веселое, интересное, либо вот такие исторические. А следующее. Обалденное качество картинки, обалденный задник у них, то есть интерьеры, в которых все это снято. Скорее всего, я думаю, что в Зимнем дворце действительно это все снимали. Это в самом месте историческом, да, где эти действия и происходили. То есть не студийная запись сериала была. Плюс это как полнометражный фильм, там 12 серий, каждая серия примерно по 50 минут длится. Нет ощущения дешевизны сериала, вот этого всего. Вообще первоклассная картинка, суперски. Интересно, каждую серию смотришь и не хочешь, чтобы она заканчивалась, и хочется открыть следующую. И это был тот сериал, когда он закончился, у меня была мысль, боже, ну почему он закончился, я хочу продолжение. Ну, конечно, к сожалению, второго сезона нет и, скорее всего, не будет, но нужно отдать должное этому фильму. Следующий еще пункт, который хочу отметить, это игра актеров офигенно потрясающие. Актеры очень знаменитые, и хотя бы один Павел Деревянко, как он играет Петра Третьего, как, насколько это органично, насколько это... вот это то слово, если бы я была Станиславским, я бы сказала «верю». По-другому абсолютно никак. Потрясающе играет, если сравнивать просто с его другими ролями и как он играет в театре, да, это настоящий актер, который раскрыл свой талант и которого мы можем это заметить в фильме, да, он настолько слился с ролью, он настолько вообще офигенно показал этого персонажа, и когда он даже картавит, ему настолько идет, и я подумала, блин, наверное, если бы я знала лично Петра Третьего, наверное, он так бы и выглядел, то есть я ему поверила 100%. Игра актеров потрясающая, актеры суперские, классно сыграна роль матери Елизаветы, то есть это Елизавета Королева, матери всей Руси, потрясно, так найдены герои, ну, в общем, я так скажу, тем, кто любит историю, культуру, российскую историю, кто ходит там, например, в театры, кто таким качеством интересуется культуры, вам сериал понравится, нет ощущения сериала, ощущение художественного красивого фильма и снято суперски, ну, прям впечатление приятное. И также там был актер из сериала «Кухня»,
когда бы я не подумала вообще в такой роли его увидеть, он тоже раскрылся. В общем, только лучшие ощущения, воспоминания остались с этого сериала, так что всем вам советую. Была сейчас в Ватсоне, что еще хочу отметить. Для девочек, которые живут в Турции, вот в Ватсоне появится, либо у кого-то появилась косметика Нот представленная. Очень классная, мне нравится. В моем еще Ватсоне ее нет, к сожалению, но надеюсь, скоро появится. И все, что я пробовала от этой марки, мне очень-очень понравилось. Кстати, также бьюти-блендеры у нас уже продают. И вот эти бьюти-блендеры-листочки. Ну вот Ревлон у нас появился. Ну, конечно, видите, какие цены. Умножить на 22, это будет в рублях стоимость. Раза в два точно дороже, чем в России.